просто совсем. Все, ребята, изначально извиняюсь за такое корявое рисование. На доске рисунок. Ну это же макап. Ну да, это макап, собственно. И со школы я его не рисовал. Да. А ну, именно на доске. На доске не рисовал, извини. Вот, к примеру, у нас есть блок. Этот блок, ну он где-то тут стоит справа-слева. К примеру, это контентный блок слева. Там 540 с чем-то пикселей. А вот. И тут у нас, ну что у нас тут? Заголовочек какой-то есть. Ну, напишешь H1. Тут, к примеру, какой-то элемент P стоит. Ну, то есть тут какой-то текст продолжается. Внутри текста у нас где-то есть картиночка. Вот. То есть что мы делаем? Плотом прижимаем картинку туда, куда нам надо. А теперь, почему он заострил внимание на этой штуке? Потому что у нас как бы... Ну тут вот эту формулу мы будем пару раз применять. Потому что для вычисления ширины нашей картинки. Вот, зря я в эти дебри полез. Там было все.